Отписки от правительства. Депутаты возмутились ответами на депзапросы. По словам мажилисменов, центральные государственные органы на депутатские запросы просто отписываются и не отвечают по существу вопросов. Партия «Ак-Жол» недовольна ответами правительства на их депутатские запросы. Глава фракции Азат Перуашев заявил, что в 70% случаев госорган отвечает депутатам не по существу или вообще дезинформирует. За это он предложил привлекать чиновников к дисциплинарной ответственности. Под критику Перуашева также попали Министерство здравоохранения и Министерство финансов. На запрос Минздрав отказался вводить элементы рыночного медицинского страхования в ОСМС, несмотря на прямое поручение президента Токаева в послании. Речь о введении персональных счетов и персональной ответственности граждан за собственное здоровье, о чем сейчас говорил наш коллега Айдос Сырым. В Минздраве ответили, что нужно сохранять прежнюю систему, когда собирают платежи с тех, кто платит, а расходуют по усмотрению чиновников фонда. Мы считаем, что эта система показала свою неэффективность. Другой депутат Мажилиса Ельнур Бесимбаев раскритиковал правительство за поддержку азартных игр в Казахстане. Так, министры не поддержали норму о повышении возраста ограничений для азартных игр до 25 лет. Пополнить бюджет Кабмин решил слезами народа, возмутился мажилисмен. Бесимбаев заявил, что на новый закон по вопросам игорного бизнеса пытались надавить лоббисты, которые заходили в самые высокие кабинеты и действовали методами 90-х. К слову, в Казахстане насчитывается 350 тысяч человек, которые регулярно участвуют в азартных играх и делают ставки. И как все его коллеги, мажилисмен возмутился отписками на депзапросы. Вместе с тем мы каждый раз видим формальный подход в ответах госорганов на депутатские запросы, о котором другие руководители фракции сегодня выступали. С начала сессии наша фракция направила в правительство 268 конкретных депутатских запросов по всем важнейшим социально-экономическим направлениям. При этом коллеги могут точно подтвердить, что около 70% ответов были формальными отписками. Одним словом, вместо того, чтобы решать проблему, госорганы ее умело забалтывают. Бауыржан Шайхметов, Медиар Ильясов, столичное бюро ТДК 42.